Девушки, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами личным отзывом от использования линейки, о которой вам выше дала информацию. Линейка антивозрастная, Age Relief называется. Мое утро и вечер всегда начинается и заканчивается с комплексного ухода. Прежде чем использовать те средства, о которых я вам написала, я, конечно же, подготавливаю кожу и очищаю ее. Тоже использую для очищения продукты линейки Optimals. Это вот такой вот гель для умывания, он идет с кислотами. Вот. Открывать сейчас не буду, показывать. Ну, такой концентрированный, достаточно небольшой капли абсолютно, чтобы нанести на лицо. И распределяя, у меня еще есть такой спонж специальный для умывания. То есть убираю ороговевшие частички, да, какой-то сальный налет, который у нас образуется за ночь или за день, и смываю водой. Далее я использую вот такой вот тоник. После геля для умывания обязательно, чтобы протонизировать мою кожу, убрать оставшиеся частички геля и подготовить уже к нанесению крема. А после того, как кожа очищена, я приступаю уже к основному комплексному уходу, начиная с области вокруг глаз. Вот эта вот орбитальная косточка, по которой я наношу крем, у меня рукословно, поэтому, девчонки, не обращайте внимания. А вот такой вот крем для кожи вокруг глаз той же линейки. Вот таким шариком очень удобно немножко надавливать и вот так вот распределяя по орбитальной косточке. Я наношу необходимое количество средства для кожи вокруг глаз и вот так вот пальчиками прям немножко вбиваю. Обычно использую вот этот пальчик, здесь самая мягкая, нежная кожа, так как в этой области у нас тонкая кожа, поэтому нужно очень аккуратно распределять и наносить средства. После того, как я закончила с этим продуктом, я перехожу к сыворотке. Сыворотка подготавливает мою кожу для нанесения крема, способствует более глубокому проникновению, да, и более эффективному результату. Тоже нужно небольшое количество. Мне нравится, что она с дозатором. Вот я вам немножко нанесу на пальчик, чтобы показать. Мне нравится, что здесь легкая текстура сыворотки, которую тоже очень легко распределяется. Здесь я уже по массажным линиям наношу средства и распределяю вот так вот пальчиками, быстренько пробегаясь на лоб, нос, скулы, щеки, подбородок. То есть все очень достаточно быстро впитывается. Мне нравится, что у этой линейки очень легкая текстура, быстро и легко распределяется. Все, после того, как нанесла сыворотку, минутку буквально жду, чтобы она впиталась, и перехожу уже к основному уходу. Это может быть дневной крем, если это утро, либо ночной, он более плотной консистенции, если это вечер. Сейчас вам покажу тоже продукты. У дневного крема более легкая текстура, вот сами увидите, прямо так видно. Более легкая текстура, более нежная. Также беру либо чистым пальчиком обязательно, чтобы не занести туда какое-то другое средство, да, если вы используете, либо лопаточку для крема. Наношу тоже на запястье или на пальчик и распределяю по лицу. Также по массажным линиям вот так вот быстренько пробегаюсь, распределяю. И таким образом у меня занимает, ну, буквально 2-3 минутки. Если это вечер, то я использую ночной крем. Он более плотный, как я уже сказала, консистенции, более густой, но тем не менее тоже впитывается очень быстро после того, как я его нанесла, и способствует борьбе с первыми признаками старения, первые морщинки какие-то, да, которые у нас появляются в возрасте 35+. И, конечно же, это потрясающий состав у этой линейки. Это гиалуроновая кислота и сквален. Гиалуроновая кислота – это увлажнение, это молодость нашей кожи, сквален тоже борется с признаками старения. Поэтому, девчонки, очень рекомендую. Использую эту серию я с конца лета, уже достаточно длительный период, более 3 месяцев. Очень она мне нравится, поэтому и вам тоже советую.